Как известно, все космические тела вращаются. Да и не только космические объекты. На нашей Земле ничего не стоит на месте. Все постоянно пребывает в движении, хоть и относительно. Это невероятно захватывающая игрушка. Вихревой купол демонстрирует сложное взаимодействие жидкости в динамике. Его основание имеет прецизионные шариковые подшипники, позволяющие механизму вращаться. Купол внутри позволяет наглядно демонстрировать процесс движения воздушных масс, бесконечной галактики, другие сложные вихри, имеющиеся в природе.